А он переух, он вышел. Вікна все полетіло. Даже в сковородку то попало. Упало где-то 15 снарядов. Вот. Даже там вот нанизу и то даже попадали. Да, ну, даже и дубки побили. Даже. Не то, что от хати побили, даже и дубки побили. Тут нема нікого, тут всі мирні жителі, тут нема нікого. Правильно? Ні. Нічого тут не. Блокпост тут далеко, на Рігорівці, тут блокпост далеко. І по мирним жителям смалять, і смалять, і смалять. Я був там все. Часничок був. Евакуацию предлагали вам? Только делали, чутки было все. Это. На куда я поеду? В таком году. Хай на куски порвут меня. Но я с этой земли не пойду. Ні там нема, ні там нема, все побите. Откуда летіло? А хто? Я погріб заліз. Я не бачу, я боявся вилазити з погріба. Це черешня вам. Думаю, нарву немного черешні, да пойду это. Дам. Только зайшов йому, даю черешню, на Ірику покушаю. Как воно почало витікати в дом к нему. Я вискочив, не видно нічого, пыль, там бог. Смотрю, и дым. Смотрю, загорелось, горит над домом. Думаю, о, наверное, Анатолий Иванович точно. Вот от забора что осталось. Вот от деревьев что осталось. Вишня готова. Яблоня одна, яблоня вторая. Абрикос. Вот это все. Вот это... теплица была. А теплицы все осталось. 9-10. Вот они. Угу. Целая куча. И с этой стороны. А тут вообще видно. Вот все. Я думаю, ну снаряд это значит как-то один котлован будет. А вот этот дом, вон, это, хорошо женщина в кухне была, так это. Привалила ее. Так еле-еле вылезла. Вот они. Ну это хороший. А вот тут большой самый, он такой диаметр у него большой. Да, это 120-150 где-то, да. Ну вот. Это где-то вот так, если. Так, где-то 150 будет. Или 120. Ну это же запрещенное получается, ну, по Минским соглашениям. А что ты ему скажешь?